центр от тебя. Супер, спасибо. Blackstar Mafia. Очень люблю баскетбол с самого детства. Болею за ЦСКА очень давно. Когда-то знал весь полный состав. Сейчас чуть не всех знаю, но я думаю, узнаю вот в этом сезоне точно. Вот, верю в то, что мы можем взять еще раз Евролигу. Никому не говорите только, но это так. Вот, а так очень люблю, прям правда с детства. И увлекаюсь, и иногда даже играю. И, может быть, даже сыграю с кем-нибудь из ваших. I'm definitely missing basketball, definitely missing my teammates, definitely missing, you know, the opportunity to get here and play in front of the fans and be back here, back in Moscow, competing for titles, competing for championships. So it's definitely something I was looking forward to all summer, and I'm just counting down the days to the start of the season. Oh, for the fans, I mean, I'm happy that, you know, to see so many fans here, that they came out and, you know, support us. I'm looking forward to the season. Thank you so much for your support all over these years. You know, the fans, you know, you are our energy, you're our pulse, you're the reason why we play, every night so hard. So we're looking forward to not only seeing all the fans that have been here, but even more fans to come out and support us. Очень такой теплый домашний формат, как будто мы пришли в гости не просто где-то там в клубе, а действительно домашняя очень обстановка с пряниками, пирогами, напитками. Ну, в общем, очень здорово, семейно, музыка, новые игроки, которых мы даже еще не видели в игре. И надеемся, что они покажут себя, и надеемся на то, что мы сделаем дубль в этом году. Будем ждать. Good. Actually, when you are a newcomer, it's always good to meet with the people around the club, and it's nice. They were good, and I hope they will cheer for us this year. Like coach said, president said, we have to be hungry, and a lot of newcomers, and we have to show that we deserve to be here, and have to fight every practice, and then after in the games as well. Немножко такое необычное, наверное, место для встречи с болельщиками. Как мне кажется, пришло очень много людей. Все с большим энтузиазмом, он же энтузиазм. Все еще, как я вижу, в восторге от успеха прошлого сезона. Но я хочу донести еще раз свою мысль до всех, что та команда все выиграла, но ее больше нет, ее не существует, к сожалению, да? И нам всем предстоит делать новую команду ЦСКА, команду этого сезона. Много новичков. Им еще только предстоит понять философию ЦСКА. Тренерам предстоит понять, как все это вместе должно, все пазлы функционировать. Очень бы хотелось, чтобы эта команда была также любима болельщиками, чтобы она также искренне, скажем так, реагировала на взлеты, посадки, на все что угодно, да? Чтобы она была живой. Чтобы она была живой и запомнилась нам не только победами какими-то, да, но и тем, что за эту команду хотелось болеть. Поэтому радуемся тому, что было несколько месяцев назад, но это уже в прошлом. Поэтому мы начинаем жизнь в некотором смысле с чистого листа. И мы сами вместе с болельщиками, вместе с тренерами сделаем тот ЦСКА, ну, какой получится. Хотелось бы, чтобы он был такой хороший, красивый, красно-синий, успешный, побеждающий и т.д. и т.п.